на Автоша ТВ. Отлично. Еще одно не помешало бы. Опа, вот так, хорошо. Ой, Рушила, что это? Это рельсы, не видишь что ли? Не мешай мне, огурчик. А зачем ты разбираешь железную дорогу? Ведь скоро будет ехать поезд. Так в этом же весь и прикол. Так, все, тихо, кажется, он приближается. Опять какой-то хитрый план готовишь? Расскажи. Поезд съедет с рельс. Мы выгребаем с вагона все добро и сматываемся. Что тут непонятного? Поезд совсем рядом. Что сейчас будет? Крушила, крушила. Отлично, сработало. Ну, что сказать, Крушила, начало мне нравится. Берем все ценное и сваливаем. Новенькие шины себе купим. Огурчик, смотри, сколько в этом поезде было разного добра. Крушила, так а мне с этого всего что? Тебе? Ну, не знаю. Вот, кепку можешь взять. Кепку? Догоняй, огурчик. Эх, ну, ладно. Охо-хо-хо, вот это меня угораздило. Ой, что здесь случилось? О, вспыш, поезд сошел с рельс, железная дорога, как видишь, разрушена. Так-так-так, похоже, кто-то специально повредил рельсы. Когда я вышел из поезда, то рядом были две машинки, монстр-траки такие, синего и зеленого цвета. А, тогда все понятно, это Крушила и Огурчик, нужно вызывать полицию. Вот это повезло нам, зеленый. Сколько денег, техники, фарм своим не верю. А у меня теперь есть кепка. Ну ты простофиля, огурчик. А я сделаю себе крутой тюнинг и стану самой ловкой и быстрой машинкой во всем Аксель-Сити. Сейчас я вызову полицию. Алло, полиция? Поезд сошел с рельс. Думаю, не помешало бы провести расследование. Что бы я без тебя делал, вспыш? Спасибо тебе большое. Нужно поспешить. Крушила, что-то неспокойно мне. Слышишь, не за нами ли полиция? Да успокойся ты, огурчик. Это просто полицейский. Какие-то они подозрительные. Я к вам еще вернусь. Здравствуйте. Что здесь произошло? Повреждена железная дорога. Поезд сошел с рельс. Это дело шин, Крушилы и Огурчика. Так, погодите, погодите. Не их ли я только что видел по пути к вам? Машины синего и зеленого цвета. Они наверняка уже делят награбленное. Не волнуйтесь, сейчас я их арестую. Плохое у меня предчувствие, Крушила. Полиция? О, нет! Не с места, вы арестованы. О-оу. Вспыш, как думаешь, их поймают? Конечно! Крушила и Огурчик еще поплатятся за свой поступок. Ну что, время ремонтировать поезд? Вот и спасатели! Отлично!
Друзья, вам понравился мультик? Тогда ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Скорее же переходите на другие видео с вашими любимыми персонажами по ссылкам, что на экране. Оставайтесь с нами, впереди новые видео от Автоши. До скорой встречи на YouTube!